Пик заболеваемости еще не наступил, но уже очень близко. Специалисты Роспотребнадзора озвучили новые итоги эпидемического мониторинга. Говорится, что в случае резкого роста количества выявленных диагнозов гриппа в детских садах и школах наступят маленькие каникулы, а пока в городе Кирове продолжает действовать предэпидемическая ситуация. На сегодняшний день приостановлена работа только одной школы. На карантине находится еще чуть больше 10 классов в школах и 11 групп в детских садах. За прошлую неделю зарегистрировано 8373 заболевших. Специалисты утверждают, что подъем заболеваемости наблюдается, но он пока совсем не критичен. И сами вирусы гриппа пока не агрессивны, то есть болезнь у людей протекает без осложнений. Скорее всего, мы будем иметь высокую сезонную заболеваемость, которая, если превысит эпидемический порог на своем пике, превысит незначительно. Мы не дадим длительную кривую этого подъема, то есть примем все меры, которые в нашем, так сказать, власти, которые нам идут навстречу, наша власть исполнительная, региональная и местная, и мы будем примем все меры, чтобы снизить эту заболеваемость. Специалисты допускают, что эпид-порог в какой-то момент все-таки может быть превышен. Пик заболеваемости они прогнозируют на последнюю неделю февраля и первую неделю марта. В Роспотребнадзоре рекомендуют избегать участия в массовых мероприятиях.